Всем привет, это канал Миллион Абдулла. Мне недавно было 50 лет, и моя женушка подарила мне подарок. Монету из чистого серебра. Сейчас посмотрим, что это такое. Это было в такой вот замечательной упаковке. Сбербанк. Там какая-то большая бумага. Тут на ней много написано всякого. Ну ясно. Даже читать не буду. Смотрим саму монету. Вау. Вот она. Монетка в пакетике. Пакетик достаем. Убираем. Здесь вот такой вот сертификат. С одной стороны и с другой. Вау. Я еще сфотографирую его. Это сертификат. Еще и бумажка. Так, а теперь сама монета. Как оказалось, я был не совсем прав, когда лапал монету руками. Ее, оказывается, из этого футляра доставать нельзя вообще. Монета, посвященная 250-летию Эрмитажа. Сейчас я ее нафотографирую. Крутить и бросать ее не буду. Жалко все-таки. Монета не дешевая. Все-таки 3 рубля написано. Ну, а сама-то она стоит, конечно, почти 3000. Да, вот такую монетку мне подарила моя жена. Спасибо тебе, женушка. Очень хороший подарок, пригодится мне, я буду ей любоваться время от времени. Будет скучно, взял монетку, о, как хорошо, посмотрел, о, там картинка, Эрмитаж нарисован, вензель Екатерины II и мужик, который с трезубцем сидит у нас там, у растральных колонн, кажется. Какие растральные, ой, я их путаю, все названия, питерец называется, тоже мне, в Петербурге все... Все петербуржцы такие, вот они все такие, все названия знают. Один я не знаю ни хрена. Зато зрительно все помню. Вот. Не растральная колонна. Какая нахрен растральная? На стрелке Васильевского острова две колонны. Они такого кирпичного цвета, большие. Вот. И там сидит мужик с трезубцем. Вот это, наверное, с этой колонны. Рисунок-то этот. Все, сейчас буду фотографировать. Такая монетка. Ее, в принципе, можно купить и в Сбербанке, наверное. Ну, не везде, конечно. И на сайте заказать. Филторг. Вот. Ссылку я дам. Монетки серебряные собирать, конечно, часто не получается. Денег все-таки на них надо много. Но изредка можно себе позволить. Изредка так. Раз в год, раз в несколько лет. Кому как. Такое вот произведение искусства. С вами был канал Миллион Абдулла. Сейчас буду фотографировать. Всем пока-пока. Да, лайки поставьте. И как там Е.Е. Вангай поет. Подпишись на мой канал, подпишись на мой канал. Подпишись. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И поставь лайк. Ту-ду-ду-дум. Или да рэпом надо. Подпишись на мой канал. На канал подпишись. Давай, быстрее. Вот, ну ладно. Все, счастливо.